впечатления хорошие, очень приятные. Очень понравилось. Моя главная героиня девочка, и мальчик тоже был очень симпатичный. И ребеночек прям вник в представление и очень так активно у нас участвовал. А сколько лет? 4,5 года. Угу. Все было понятно. Да, да, все очень понравилось. Угу. Спасибо. Понравилось ребенку. Угу. Чем понравился спектакль? Ну, чем тебе понравилось? Ну, тем как. Ну, весь спектакль понравился. Угу. Как вы думаете, под впечатлением? С какого возраста, как вы думаете, статусти? Ну, в принципе, мы немножечко попали на, для более младшего возраста. Ну, ничего, ей все нам нравится. Она любит ходить. А чем хорош этот спектакль? Что в нем особенного для ребенка? Ну. Там очень было интересно. Что не нужно? Ну, чего не нужно-то? Девочка чего боялась с мальчиком? Кать, ну как? Чего они потом не стали бояться-то? Потому что они стали... Ну они что победили-то? Они победили страх свой. Правильно. Угу. Ну, вот. Они победили свой страх. Угу. Мне очень понравилось. Ребенку было страшно. А почему страшно? Какие-то были моменты сложные? Да, там были тени, которых боялась девочка и ребенок в спектакле. И моему ребенку, как зрителю, тут было страшно вместе с ней. Он сопереживал, я думаю. Как вы думаете, дело в возрасте или в том, что сам спектакль объективно немножко пугающий? Нет, я думаю, что не в возрасте. Может быть, в эмоциональности ребенка или в его состоянии на данный момент. Скорее всего, так. А сколько лет мальчика? 5,5. Угу. Мне понравилось, мне показалось, что взрослым тоже полезно посмотреть. И полезно, и интересно. У взрослых тоже часто бывают подобные ощущения. А вы придете еще сами сюда? Когда они себе придумывают какие-то страхи. Да, придем, конечно. Нам нравится этот театр. Нам, в общем-то, понравилось. Взрослым, наверное, больше, чем Виолетте. Почему взрослым больше? Ну, потому что он, спектакль такой больше про страхи, а она больше испугалась, чем поняла, про что спектакль. Угу. А сколько лет девочке? Ну, ей почти 3. Угу. А как вы думаете, с какого возраста стоит вести, чтобы ребенок не очень пугался? На этот спектакль? Да. Ну, надо постарше. Лене 2. Тебе 2, да. Тебе 2, конечно, 2. С 4, мне кажется, не раньше. Угу. Спасибо.